Так, ребятки, я в Крефельде. Супер город, очень древний, вот красивый. Его история очень давняя, еще с раннего средневековья. И пример тому вот этот замок. Этот замок был построен примерно в 1100 каком-то или 1200 каком-то там году. Вот. У него я чуть-чуть сейчас прошелся вот, по нему. Потом я еще раз пройдусь. Очень впечатляет. Ощущение, конечно, такого присутствия в средневековье. Вот. Замок исторический, подлинный, аутентичный, оригинальный, как хотите так называйте. Вот. Ну, скажем так, эпоха рыцарей. Пока на этом все. Позже мы вот еще что снимем. Давайте. Удачи. Давайте еще продолжение фильма. Зашел с другой стороны замка. Тоже с этого ракурса замок. Обалденно смотрится. Сейчас я переключу вас на другую камеру. Так, не хочет переключать. Ну тогда делаем вот так. Вот так, значит, этот замок здесь выглядит. Красиво, да? Очень красиво, очень замечательно. Нам немножко дождик мешает. Поэтому, возможно, качество из-за этого будет немножко похуже, чем хотелось бы. Вот. И рядом продолжение этого замка. Это уже эпоха, примерно эпоха Возрождения. Ориентировочно 17 век. Это эти же хозяева замка, которые владели на протяжении всех веков этих замков. Вот со временем, наступлением следующих эпох, его немножко достраивали. Ну, пока все. Пока все на сегодня. Если что-то интересное еще увижу, может быть, еще сниму. Но погода пока не располагает. Все, всем удачи. Чус! Очередное то включение видео. Значит, обхожу этот же замок. Значит, и нашел здесь еще один такой тайный ход в него. Не знаю, черный или подземелье, ну, допустим, там поверим в сказку, типа такого. Вот, смотрим, внимание. Вот, видите, внизу забор под рекой. Вот такие вот дела. Неплохо. Красиво. Впечатлен, в восторге. Эйбин. Глюх, Глюса или как там, Глюк, Глюхин, Глюк, Игн Глюк. Да, я очень счастлив, доволен. Все, чус. Делаю второй дубль, уже фронтальной камеры. Качество, думаю, чуть-чуть другое будет. О, смотрите внимательно, цах, видите, красавица. Они здесь живут свободно. Летают, живут, бегают белки, зайцы вокруг. А вот, значит, обхожу этот замок по кругу. Замок очень древний, это раннее средневековье Крефельда. Это стык веков 11 века и 12 века, 1100 или 1200 какой-то года. Вот нашел еще один такой тайный ход, назовем его так, как в сказке, да? Из замка, из башни. Вот. Замок окружен двумя рядами такого водной преграды. Ну, пока что все. Все. Чус.